Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем с тобой играть на сервере Redmir, второй сервер, все как всегда. И сегодня я решил пойти пооткрывать гаражей немножечко, как бы впервые в своей жизни. Вот целую неделю открывал и снимал для вас ролик. Так что желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что у меня на сервере есть свой промокод, который находится в описании ролика, так что если вы еще не играли на этом сервере и хотите поиграть, то при регистрации вводите мой личный промокод, который находится в описании этого ролика, и при получении третьего уровня вы получите еще 20 тысяч долларов сверху. Собственно, кто не шарит, гаражи это раз в день они. Кто не шарит, на Redmir есть гаражи, которые можно открывать, вернее, аукцион гаражей. Он находится в порту Лос-Сантоса, и он доступен только с 6 до 7 вечера. Всего там есть просто 6 типов контейнеров. Это эконом, эконом плюс, зеленый, который средний, премиум, который голубой, потом желтый, синий, который за 500 тысяч, не помню, как он там называется, люкс вроде, и есть эксклюзив за 1 миллион. Выпадают они по очереди в максимально рандомном порядке, вы покупаете, и тебе еще сверху может впасть какой-то эксклюзивный тюнинг. А именно самое дорогое, что отсюда игроки ловят, это штора, ведь ее стоимость на БУ это 125 тысяч долларов, но если сливать тачку на БУ, ведь у нее есть штора, а если покупать, то это 250 тысяч долларов. Также, пацаны, если вы ходили и открывали эти гаражи, напишите в комментариях, что вы самое лучшее вытаскивали оттуда, будет очень интересно почитать. Также, если эта серия наберет очень много актива, мы еще что-то подобное заснимем. А я не буду вас задерживать, мы начинаем. Вообще самое говно из говна выпадет, отвечаю. Да не. Да не, давай, континентально, почему? Во вцелочек. Ну-ка. У Лендера. У меня что-то нетло, ой, бля, рейндж. Ну-ка, чё 132. Поставь. Да, что-то такого вроде. 220 стробы, радар, мат и все. Блядь, минус 18. Ну, да ёбаный рот. Нормально, зато не 90. Да оставь ты его себе, потом в БУ сольёшь. А подожди, а в БУ дороже или дешевле? Да такая же цена, блядь. Быстрее говорите, блядь. Это плюс? Бля, я не помню. Чё, это плюс? 270. Плюс. Информация. Рамка, шторка есть! Охуеть! А я ведь говорил, пацаны. И заглушка. Оставь. Заберу. Ну все, нормально. Все, нахуй, сваливаем, ребята. А, вот так. Вот мой хуй. Смотри. Опа. И все. Смотри назад смотри. Опа. Так, пацаны, этот момент не записался, но я вам хотел сказать, что Aston Martin я продал за 305 тысяч 75 долларов, а Range Rover SVA я продал за 146 тысяч долларов. Где-то вы сейчас увидели, там внизу, слева, вверху, справа, там банк. Идем дальше. Будем открывать контейнер. Блять, не успел тройку написать. Бля. Да вы что, гоните, я не хотел его покупать, алё. Бля, пневмострабы полицейский, и нихуя. Мне повезло, я не успел, блядь. Иди назад. В жопу! X5. Давай гелик старый, нахуй. Бля. Если что, я знаю. Знаешь, почему она падает? Нитро и нихуя. Пиздец, я сегодня в минусе. 90 тысяч и 5 тюнинг, это 95 тысяч слив. 90 тысяч. Это получается. Что у нас? 5. 60 тысяч в минусе на этом, на X5, теперь на Акуле, сколько еще минуса выходит? 120, 121, и еще минус где-то здесь на 30, даже на 40 тысяч. Ровно сотку я просрал, зашибись. Ну, че, пацаны, уйдем сегодня еще минус? CLS. А у чела дома нету. Короче, пацаны, говно. Бля, еще чекай. Регулируемая подвеска, полицейский сигнал. Все, блять. Хапай, Паш. Это плюс. Я возьму. Я сливать так все сливать, нахуй. Опять сегодня минус 100 тысяч получу. X7. 120 тысяч не хочешь? М? Не хочешь минус 120? Минус 100 вчера на двух контейнерах. Мало, брат. Минус 250 за 2 дня. Минус 12. Еще 132 тысячи. А, без ключ. На мана. Ну почти в как крови. Раз, минус 5 тысяч. Плюс, не плюс, не минус. А ну почти. Да я так чисто ты на видос. Ты что, ты раздадить можешь попасть? Ну да.
Либо жесткий плюс, либо жесткий минус. Если б я открыл, по-любому было бы шторы. Не. Мне чувак там говорил то, что, короче, здесь может это... Привет, ну, блин. Открываешь там, например, там... 96. Попасть... Пневма и нихуя. Бля, говорил себе, не открывай сегодня, да нахуя это делаешь? Сейчас еще старый гелик и все просто. До побачення. Ооо. Еще лучше. Блять, заглушка и все. Просто шо за хуйня? Добиваем последние бабки. Так, 186. На штор. Штора нету. Эбу, нитро. И все, блять. Сучка, у меня мест нету. Пизда. Я не могу его забрать. Минус 10 тысяч. 5 тысяч. Блять, обидно. 186 лим. Продавай что-нибудь. Пизда. Окей, мы просто играем в жизнь. Пусть 3 семерки хотя бы. Че, пацаны, поехали на БУ. Россия. Да-да, за гелик обидно, что я что-то не проморгал место. Я думал, у меня еще одно место как минимум есть. 92 тысячи, вот я ее мог слить и забрать вместо нее гелик. Одна тачка ушла, 92 тысячи 470, так, следующая, X7, на без ключа, да, он, 96 тысяч, я получу аж целых 101 тысяч, еще минус 50, пацаны, просто, я, где-то счетчик уже есть, да, где-то справа, снизу, либо сверху, слева. Я просто ничего не хочу говорить. У меня было 2300 вроде. 2347, что-то такое. 132 тысячи, хоть пусть что-то нормальное. Хотя и то и в минус. Классно. 133 тысячи еще. Класс. И еще Porsche последний. Вот это я сегодня наоткрывал. На трех семерках. Модный вообще. 144 еще в минусе. На 120 тысяч еще в минусе. Еще гелик не смог забрать, которым нитро было. И 5 тысяч лишних. Капец. Привет, Сири. Да иди нахуй. Выбери рандомное число от 1 до 2. Функция фонарик уже выключена. 10 тысяч за эконом. Е-бой. Информация. Нитро. Шторка. Е-бой. Забрать. За 10 тысяч. А, вы успешно забрали Cadillac Escalade? Чего? Пам. Пушка! Окуп приди, просто окуп приди, окуп приди. Да, этот должен уйти. Хапай, хапай, пока Орик не пришел. Орик, блядь, пришел. Че, никто не хочет перебить? Пизда. Посла! Если на шторе, то заебись. Клоунский пневма. Все на. Эх, короче, пацаны, что у нас сегодня в бюджете? Ой, я просто хочу быстрее смонтировать это видео, чтобы я не шел, не сливал бабки. Короче, у меня 132 тысячи рендж выходит, это слив, и еще 4200 БУ, ну, затюнит. Выходит мне 136, а у меня штрафы. 132 тысячи, 136, 250 он ушел. Короче, жига. А, кстати, когда я ее купил, там писалось, вы собрали не ВАЗ-2107, а Cadillac Escalade. Так же, как и у меня, М6, короче, блядь. Слив 2100, а тюнинг на 130, 250 еще. Либо это минус, плюс, либо следующий плюс. Охуяк старый гелик, блядь. Фига. Если сейчас будет минус, ты мне даешь бабки, понял? Если сейчас будет минус, ты идешь на... Бля... Okay. Штора? Вообще пустой! Сказал! Вот, 150, Паша. Он все надеется на штору, блин. Да. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Астон Мартин. X5. R8. Вот, сходно. Говно цвет. Не такой уж минус. Клоунский сигнал. Спасибо, блин. Вот. Слушай, ебанут. Опять минус, нахуй. Чекайте. Без шторы, без нихуя, блядь. Да опять на клоунском, да чё это за хреня? R8 идет нафиг. Как я, пацаны, напоминаю, справа или сверху, или снизу, или сбоку, или сзади вас просто на сиденье написано. Весь мой банк сейчас по продажам этим. Блин, еще эта музыка играет, ни хрена не слышно. Хроби. Просто самое говно, что может быть максимально стоковое просто сегодня выпадает. Это такой бред. 96. Я уже, пацаны, где-то сотку слил, я думаю.
Ну не может быть 7 раз подряд минус, пацаны. Не может быть. А может, блядь. Да не может. Я просто. Вообще, у меня сейчас руки трясутся. Просто. Эти по 20 тысяч я поднимаю на перепродаже и сливаю просто сотки здесь. О! Дай штору. Это 204 уже так. 204, 50 тысяч уже. Штора! Ебаха! Сосать просто не лежат. Все, пацаны, я сегодня, я все, я до побачи. Сука, блядь. Он меня оглушил. Да я охуел сам. Понял, что штора. Давай, 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 профанит. Какой хуй сосина, блядь. Давайте посмотрим, сколько слив. 204 плюс 125 500. Получается, мы его сможем продать за 330 тысяч, короче. Короче, пацаны, есть Джекич. Он купит у меня феру за 340. Ну, как мы видели, 330 слив. А он, в принципе, купит по цене салона, лол. Так, 340, Феррари, 340. Я еще десятку еще сверху заработал, заебись. Клану Night Raid, привет. Открываю эконом за 10 тысяч. Бля, никто не перебил? Никто не перебил? Мм. Охуеть, за 10 тысяч. И сейчас что? Сигнал поезда, радар, полицейский и нихрена. Я открываю еще эконом плюс за 26. Ну, хуй тебе за. Ой, блядь, предсказатель. Что ты за предсказатель такой? Сигнал, пневмо, стробоскопы, хром, пиздец. Открываем эконом плюс за 25 тысяч долларов. Пиздец. Последний. Супра. Супра, супра, супра. 10 тысяч слил. Заглушка, без ключ. Радар. Это сразу 13 тысяч. Вот это закупился сегодня. Вот это я красавчик. 3300 и тюнинг на полторашку. 4800, в принципе, на 5 тысяч в минусе. 5200, если быть точным. Супра, тоже розовый. Блин, а другого цвета нету? Просто все, что стояли там, приехали сливать тачки. 23775, это около 2000 минус. И еще гольф, а вот гольф уйдет в капец какой жесткий минус. Это уже было сколько? 2, 5, 7 тысяч минуса. И ой, гольф, как плохо, ой, как плохо. 11400, зачем они этот гольф на сервер добавили? Соса DB, ой, я буду так его называть лучше. Купит у меня семерку, как бы вот инфо АТС. Один владелец, 425 км, рамка, ЭБУ, нитро, турбо, стробоскоп, рек и глянец. Вот как бы продаю я за 138 777 долларов. Косарь у меня на счету. В итоге, после того, как я открыл 18 контейнеров, я все-таки ушел в плюс, а именно 106 276 долларов. Хотя думал, что ушел все-таки в минус. Если, пацаны, вам тема интересна, напишите внизу какие-то слова по типу лайфхаки, либо факты, либо фишки. Я буду знать, что вам интересно, и я солью пару тактик, как достать штору на гаражах. Или вообще, как купиться здесь и не уйти в минус. В принципе, на этом все. Вот такой вот видос вышел. Также напоминаю, если на этом видосе наберется очень много актива, мы откроем эксклюзивный контейнер, конечно, за него там борьба вообще жесткая, и его уже вот неделю не было, он тупо не выпадал за час, я не знаю, когда он появится. Также не забывайте поставить лайк, написать комментарий, чтобы продвинуть этот ролик в топ, подписаться на канал, чтобы не пропустить мои интересные ролики, а также нажать колокольчик, чтобы смотреть их всегда первыми. Ну а с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока.